Ребят, всем привет, подписывайтесь на мой канал, осталось совсем чуть-чуть до 200 тысяч, сегодня абсолютно трезвый, это для контента, типа пьяный, смотрю, типа пью. Сейчас будет пиздец, я тебя предупреждаю, сейчас будет именно... Я ни разу это не смотрел. Я тоже ни разу это не смотрел, мне попад... Блять. Это адовое что-то? Это что-то адовое. Что, блять, что это там, нахуй? Мультфильм для детей. Какую серию, чат? Вон, как будто тут все за нас решено, блять, по превьюхе, не? А про что это вообще? 29-ю блядь? Все пишут, мужик. Ебать, походу какая-то ебанутая серия. 29-я серия пересон. Хорошо, давай. Точно первого сезона, а не второго? Да. Пошла. Сколько раз бы ее... Ладно. Бля, чувак, ты видел? Какая у нее комната, нахуй? Бля, ебать, там обои, нахуй, которых у меня нет. Бля, я бы просто рыбкой туда нырнул, я тебе клянусь. Второго все-таки ты прав. Ну, а ты думал. Друзья ангелов. Че за хуйня? Это так и должно быть? Озвучка. А что тебе не нравится? Или ты думаешь, везде дубляж, блядь, был? Ебать, рисовка. Охуеть. Они в мужчин превращаются, блядь? Походу. Или нет? Ой, вот эту бубля! Да? Бля, злодейки, это вообще моя слабость, но... Ну да, это миленько. Виновен и невиновен. Часть первая. Бля, я вообще мимо... Невероятно. Никогда не думал, что след дисгармоничной вибрации будет распространяться так быстро. Прекрати болтать и лети. Мы должны следовать за ним, пока он не приведет нас к храму Вета. Раф, стой! Подожди. Замолчи. Но я могу все объяснить. Меня тошнит от твоего вранья. Че за хуйня, ребят? Бля, это какой-то Windows для нищих, если честно. Да. Короче, я думаю, надо первую серию смотреть, да? А как же поцелуи? Хуеви. Кто в этого донатил, бля, 8 лямов баллов? Ангелы. Понятно. Раф, мой ангел. На собственных крыльях. Я надеялась, что этот день никогда не наступит, но он все-таки наступил. Раф, мой ангел, просыпайся. Сегодня тебе совсем нельзя опаздывать. Еще минуту, мам. Блять, она даже не открывает рот. Похуй. И почему мне нельзя остаться в кровати? У меня болит живот. Ты прав, Кокс. Больше никаких отговорок. Кокс! Челак Кокс зовут, блядь. Ты пиздец. Я поняла. Я уже встала. Я буду по вам по всем скучать. И по тебе особенно. Мне уже 15 звезд. Кока, блядь. Так что мне пора идти. Ты знаешь, та самая загадочная одноклассница, которая, ну, свой возраст говорит в звездах, блядь, и прочая хуйня. Ну, такая самая странная с каких-то пар, да, блядь, да, непонятных. И которая еще летает и живет на небе, да? Пиздец. Да. Пока, мам. Не волнуйся. Я смогу о себе позаботиться, ты можешь быть уверена. Брат, у нее слезы светятся. У нее слезы... Блядь, тьфу ты. Бля, брат, у нее слезы светятся, брат. Хорошо, брат, я понял тебя, брат. Ну и чего мне ожидать от этого путешествия? Привет. Спасибо за рейд. Я буду скучать по городу ангелов. Блять, пацаны, вы нахуй вообще не вовремя. Че вы нахуй вот именно сейчас решили мне рейд дать? Ой, бля. Это вроде как раз на мужскую темку, ёпт. Ладно, мне похуй вообще. Всегда. Тише, Кокс, мы должны уважительно вести... Блять, он меня напрягает своим именем, блять. Кокс, блять.
Кого Кокс зовут, плюс чат? Когда-нибудь мой нимб тоже будет светиться. Только после того, как ты сдашь экзамен. Ури, что ты здесь делаешь? Бля, прикинь, и види, сейчас сидят, понял, знаешь, как стрим смотрят? Вот так вот. Понял, даже в чат не пишут. У меня чисто нахуй в чате, бля, понял, своих хуярят. А вот эти все сидят довольны, смотрят, как я бухой, блядь, и лысый качок 21-летний. Смотрят смешариков, блядь, друзей ангелов, нахуй. Довольные, сука. Разве мы не должны были встретиться у большой двери? Ну да, но я подумала, лучше, если мы придем вместе. Я понимаю тебя. Следующий, пожалуйста. Я бы правую, конечно. Я бы, конечно, правую. Сейчас, подожди, я схожу в офис. Пожалуйста. Рафт и следующая. До встречи по другую сторону, Уи. Желаю удачи, подруга. Уи, блядь. А не это нахуй? Ты ну что, блядь? Ты еще никогда не была внизу, да? Он сейчас... И ты первый раз уезжаешь далеко от дома, да? Да. Пусть высшие сферы защитят тебя. Сутенер, блядь! Угу. Иди и ничего не бойся. Бля, бордель походу. Ебать закатала. Пиздец, все, стриптизерша, нахуй. Вот так вот девочки и попадают в этот бизнес, блядь. Просто задумайтесь, нахуй. Оно вам надо? Все, пиздец, блядь. Уже вся в сатитах каких-то, блядках, блядь. Кого трахаешь? Вань, подожди. Что? Я смотрю. Что я там? Смотрю, Вань. Я смотрю, Вань. Блядь. Посмотри на себя. Очнись, ангел, пока ты не закончил. Да. Это же Сульфус, блядь. Я таю. Кто, блядь? Вань. Блядь, ты шарить должен. Через свое превращение ты, как бы это сказать, прозрачная. А он спасибо только что назвал ее плоской. Минус реп Сульфусу. Я Раф. А ты кто? Меня зовут Сульфус. Ты, наверное, слышал обо мне. Блядь, прикинь, настолько старый мультик, что он 4 на 3. Да, Сигма момент, Сигма момент. Сигма, Сигма, Сигма. Вот он, вот он. Ну, теперь ты меня знаешь. Я думаю, я сама справлюсь. Ты что, обиделась? Слушай, я просто хочу помочь. Спорим, ты ничего не знаешь про Вета? Лучше тебе поторопиться в школу, ты ужасно опаздываешь. А. А у тебя не было в детстве, что ты думал, ну тебя наебывают, вот специально магию не показывают, ну до какого-то момента. Типа, ну реально же существуют там вот эти феечки, блядь, хуеечки, нахуй, волшебные палочки, как в Гарри Поттере. Просто тебе это не показывают, что, чтобы, ну, твой детский мозг, ну, совсем не перегрузился. И типа тебе там лет 14 будет, и это ЖБ, нахуй, сразу же тебе скажут, блядь, 3/4 беги, нахуй, в эту стену ебаную, просто разбегись со всей дури, блядь. Въебись, нахуй, в Хогвартс попади, блядь, уже там феи Винкс, нахуй, все тебя встретят сразу же. Так, в чем вопрос? У тебя не было такой хуйни? А? Ну, не было такой хуйни, что ты думал, что все-таки это все существует? Так, что? Феечки Винкс. А, нет. Магия. Не существует. Вингардиум Левиоса. А, да, вот я ждал письмо... Не дождался. С Хогвартса я хотел сказать. Тебя бы туда не взяли, Ванёк. Включай. Почему? Почему? Ванёк, ну помнишь аналогию с утконосом? И что? Ну вот по этой причине тебя бы просто не взяли, нахуй. Это, блядь, из разных вселенных. Перри, Финис и Ферб, блядь, и... А с хуя ли ты взял, что, блядь, Финис и Ферб не могли, блядь, в Гарри Поттере, нахуй, в Хогвартсе учиться, блядь? Ты думаешь, откуда у них такие способности, блядь? Хуй не несешь. Финис Ферб — это Финис Ферб. Гарри Поттер — это Гарри Поттер, окей? Дипенис — это Дипенис, как бы, Вань. Ну, самоутвердился? Да. Ну, все тогда. Окей, блядь, спасибо, блядь, за, блядь. Пошел нахуй, короче. Вебулинг.
Куда же мне теперь идти? От тебя немного помощи. Кокс! Вот же он, класс ангелов. Вань, ну, что это? Почему? Вот букашка, Кокс. Доброе утро. Хорошо. Меня зовут Раф, я пришла сдать экзамен. Простите кофе за опоздание, кокс, пожалуйста. Кофе и Кокс, просто пиздец. Нечего извиняться, лучше не опаздывать. Пиздец, Full HD, Ультра 4K, блядь, 3D, нахуй, 8D, Max, IMAX, блядь. Три дня дождя, блядь. Что это, блядь? Здесь мы заботимся о людях, а точнее об их душах. Охуеть, я был в этом мультике. Достаточно всего лишь одной ошибки, чтобы твой противник одержал победу. Твои товарищи и противники уже за работой. Так что мне придется. Почему есть ощущение, что это озвучивал чел, блядь, как-то вот так вот. Твои товарищи и противники уже за работой. И вот так вот делать. Тебе придется, блядь. Послушай внимательно. Твои товарищи и противники уже за работой. Так что. Слышал вот это? Да, да. Мне придется объяснять тебе. Ну, жрал, блядь, параллельно. Ты должна приступить к экзамену. Смертный, которого ты будешь охранять, 14-летний мальчик Эндрю. Каждый день, каждый час, каждую минуту люди выбирают между добром и злом. Эндрю, ты мог бы присмотреть за своей сестрой? Бля, какой всратый мультфильм, это вообще это пиздец, ужас, чувак. Они здесь двигают просто брови и лицо, они морфом двигают пол, то есть они сдвигают точки PNG картинки, это даже не анимация. Ты должна будешь направлять Эндрю, но ни в коем случае не лишать его свободной воли. Это значит, что ты не можешь выбрать за него. Ты не можешь вынудить его ступить. Бля, этот дед так безэмоционально ебашит. Вань. Иди нахуй. Вань! А, я не тебе. На правильную дорогу. Спасибо за донат, Аннушка. Спасибо за донат, Сова. Если тебе придется вмешаться в происходящее, то лишь человеческими методами. Запомни это. Чё он делает? Твой талисман запустит твое превращение. Ты должна будешь завершить его фразы, которую только что выучила. Я сказал сова. Есть вопросы? Что такое вето? Это правило нашего кодекса. Нас выбрали, чтобы охранять смертных. А наши противники-демоны должны обмануть их, толкнуть на неверный путь. Поэтому существует вето, то есть запрет. Мы не можем обнаружить себя, не можем прикасаться или нападать на демонов. Уяснила? Я не понимаю. Мы должны бороться с демонами, но не можем создавать им препятствия. Все просто. Если бы ангелы и демоны боролись вместе в одно и то же время, они бы только запутали людей, которые... Это клуб романтики? ...должны иметь свободу выбора. Таким образом, когда ангелы заработают, демоны... Что за хуйня с озвучкой? Это в первом сезоне, в первой серии. Нет, подожди, такая мне кажется, это тебе кто-то позвонил на телефон, и у тебя твой рингтон фирменный сыграл. Что? Рингтон фирменный твой сыграл. Чего? Рингтон фирменный твой сыграл. На телефон тебе кто-то позвонил. При чем это здесь? Я услышал какие-то вырывающиеся звуки маленьких поющих девочек у тебя из динамика. И чё? Это твой телефон позвонил. И чё? Вот Эрик. И всё, бля. ...которые должны иметь свободу выбора. Таким образом, когда ангелы... Вань, блядь, брось нахуй! ...право вмешивать. Нет, чувак, это озвучка, прикинь. И наоборот. Я верю, вот. Мы работаем по очереди. Вань, блядь, выключи нахуй! А кто решает, кто начинает первый? Ганя, блядь, я заебал. Бля, прикинь, он улыбается под саундтреки. Вот это реально главный герой, блядь. Смотри, смотри. А кто решает, кто начинает первый? Это в комнате для состязаний. Нихуя. О, ебать. До сих пор не поняла. Поэтому существует мы это. Мы невидимы для смертных до тех пор, пока мы не можем обнаружить себя. Не можем прикасаться. Блять, Вань, что это за хуйня вообще? Я просто уверена, что ты демон, или предназначенный на... для демонов. В точку, уизм. Мой ангел. Меня зовут выбрали, Трах. Чтобы... Меня зовут Трах. Зароби себе это между раков. Ого, как ты быстро выходишь из себя. Давай лучше посмотрим, кто будет действовать первым. Выбирай оружие, Раф.
мой ангел. Ты знаешь, что в ТикТоке сейчас это, романтизируют эту хуйню? Мой ангел, мой ангел, мой ангел. Не знал. Ты весь состоишь из огня и пламени, да? От смертных. Из огня и пламени. Тогда тебе не помешает искупаться. Гигантские гавайские волны. Это нечестно. Комната для состязаний может превратиться во что угодно, ты же знаешь. Победитель тот, кто первый дотронется до буйка. Блять, такое чувство, что я сейчас, типа, понимаю в один раз, в несколько раз. Прикинь. Ванёк, учитывая, что у тебя лицо переутконоса, я бы, ну, не вкидывал такие умные вещи. Заткнись нахуй, пожалуйста. Хватит меня оскорблять переутконосом. Я не оскорбляю, я констатирую этого... факты, блять. Ты Константин. Это как аксиома в математике, понимаешь? Она не требует доказательства, нахуй. Посмотрим, сможешь ли ты меня догнать? Скоростные крылья! А, V8 да? Просто у нее бьет от спины теперь. Я покажу тебе кое-что! Вау! Какая хуета! Бля, давай экран черным просто перекроешь, и вот эти звуки будем слушать. Спасибо. Как будто больше толку. Ты думал удалить меня каким-то дымком? Она очень сильная. Пожалуй, я использую стратегию посложнее. На помощь! Я тону! Я тону! А! Сульфус! На помощь! Бля, как он это озвучивал? Это же вообще кринж ебаный. Хватай мою руку! Ха-ха-ха! А! Ха-ха-ха! Ты проиграла, мой ангел! Значит, я первым отправлюсь к смертному. Он сказал, мой ангел! Ай! Блять! Романтика! Я же хотела тебе помочь! Дотрагиваться запрещено! Я играю! Ладно, то есть запрет. Мы не можем обнаружить. Кого это принесло? Ага. У меня доставка для мистера Эндрю. Это вы? Да, блядь, сколько лет назад? Да, 9 лет назад все ходили с татуировкой, блядь, красной звезды на глазу, нахуй. Ну я ничего не заказывал. Доставка уже оплачена, вы ничего не должны. Ну ладно, я верну посылку. Жаль, эта игра только сегодня вышла в продажу. Подождите, о какой игре вы говорите? Это новая игра для суперконсоли? О, у меня эта консоль к телевизору подключена. Может, тогда попробуем сыграть? Я слышал, в нее круто играть вдвоем. Нет, нет, тебе нельзя сейчас играть, ты должен присмотреть за сестрой. Ты прав. Молодец. Спасибо. И кто тебе? Бля, я вообще ебал в рот эту анимацию, эти диалоги тарантиновские, я вообще нихуя не понимаю, как будто просто ебанутый фрик это делал, блядь. Слушай, в натуре как будто... Вот сейчас вот... Смотри, просто... что у тебя в чате, слушай... твое лицо, кстати, скидывают. Диппинс называют. Вы реально назвали смайлик Диппинс? Утконоса? Вы реально назвали... Я! Я не Перри! Бля, повышай модерам зарплату, я хуй знает, это просто... Это легенда. Я не Перри! О, схуя ли ты не Перри, блядь? Я не ты Перри. Ты свою ебучку-то сравни с ним, нахуй. Ты, вот если ты расслабишь полностью все мышцы на лице, ты так же будешь смотреть, блядь. Ты чё, не похож? Я не Перри. Забаньте модеров, суков. Теперь будет за ребенком смотреть. Ты его ангел-хранитель. И кто теперь будет за ребенком смотреть? Ты его ангел-хранитель. Нахуй два раза говоришь мне. Ты что-то сказал? Да нет, ничего, давай. Каждый день с курьером после того, как он достает мне Кока-Колу, хуярю в PlayStation, понял? Реалистичная ситуация. Играть. РП момент. А ты? Ну что ты делаешь? Тише, тише. Сейчас Кокси ей поможет, мне кажется. Бля, ладно, тут я засмеялся. Хорошо, хорошо. Да, охуенный жук. Нет! Куда это ты собралась? Вот бы она в печку залезла. Ой, Ванёк, она сейчас, блядь... Прикол, она сейчас инпутлага, нахуй. Да, инпутлаг будет, блядь, фиксить, нахуй. Юный КСР, блядь, это когда в стендофер увидел, блядь, что в КС инпутлаг тоже, нахуй, хуярит сейчас.
Да, сейчас телефон отобрали. Нет, мамочка, не делай этого. Не делай, тебе будет больно. Нет! Я знаю, я должна сделать что-нибудь, но что? Какие идеи? Она умерла, блядь? Нет, понял. А звук бочки был, и всё нахуй. Там же мега сильно замедлилось падение утюга, понял? Она пока думает, понял, типа, это приём киношный. Понял, понял. Хорошо, Кокс, запусти превращение. Фильмы дали типу, который придумал назвать, бля, букавку Коксом, нахуй. Все, это весь бюджет, блядь, на анимацию не осталось нихуя. Это отсюда суперкот идея пошла, по-моему, блядь. Бля, это вообще пиздец. Хуя. Хуя ноги. Хуя трусы. Ёпта, куда я попала? Здорово. Черт, моя мама. Бля, сейчас зайдет. Я мама тут с курьером. У нас, блядь, тут в комнате кот, блядь. Я в ахуе, я как будто бы понял, музыку в одно ухо слушаю, с другого, блядь, вот сериалы, а мультик смотрю с другого уха тоже, блядь. Ты хрень, блядь. Экспозиция залупы, вот смотри сзади. Трепесы. Ой, бать, я не футки тишит, заебали мне эти ноги, тыка, блядь. Привет, мам. Дорогой, твоя сестра в порядке? Бля, Эндрю, ёб твою мать. В прямом и переносном смысле. Бля, я бы тоже, нахуй. В полном? Очень плохо. Тебе нельзя заменять с собой смертных. Но его маленькая сестра, она могла сильно пораниться. Это забота мальчика. Ты должна была... Да ты заебал, это его... Включи рингтон на телефоне, сука. Может он, блядь, как утку съел с этим рингтоном, и каждый раз, когда он говорит, у него хуярит саундтрек? Понять. Как? Сульфус все время мне мешал. Он не хотел работать по очереди. Хватит. Сульфус лишь делал то, что делают демоны. И он выиграл состязание. Злой. Я надеюсь, что ради блага всех смертных... На тебя нахуй. За Перри, блядь. Я не Перри, нахуй. Блять, там еще один смайлик ебанули в первый. Это первый и последний раз. Дипин смайлик. А теперь иди наверх в комнату сна. Только попробуйте разбанить. Спи и подумай. Ваня, Дипон, здравствуйте. Первый раз. Бля, Ванюк, ебучка идентичная просто. Спасибо. Пожалуйста. Эй, я не тебе нахуй. Нахуй ты так с донатерами общаешься? Дипин с утконос. Твоя мама утконос, блять. Наконец-то ты вернулась, я так рада тебя видеть, мне так много надо тебе рассказать. Ты неважно выглядишь, ты в порядке? Нет. У меня был очень тяжелый день. Будь готов остановить картинку, вот здесь. Это, короче, приквел Человек-паук через вселенные. Ну да, я так и понял. Теперь увеличь ее. Отлично, Малаки, отлично. Спасибо, госпожа. Чела Малаки зовут. Это пиздец. Да давай эндинг посмотрим. Открой. Запомните имена этих уёбков и никогда в жизни не допускайте их к обществу. Это вообще пиздец. Лиза Каплан, блять, Сара Хирш. Какая Сара? Это Хера, ёпта.